Ну, продолжаем футбольную тему и поговорим об украинском футболе, об их заявлениях, вернее. Официальный Киев и Федерация футбола Украины хотят бойкотировать чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Вот уж я не удивлен абсолютно. Власти Украины и чиновники Федерации футбола Украины всерьез рассматривают возможность бойкотирования грядущего чемпионата мира 2018. Украинская сторона сомневается в том, что напряженность в отношениях с Россией уйдет к моменту проведения турнира. В связи с этим украинские спортивные чиновники прорабатывают вариант, при котором страна добровольно откажется от участия в финальной части чемпионата мира в 2018 году в случае, если сборная Украины туда квалифицируется. В квалификации на чемпионат сборная Украины попала в одну группу с Финляндией, Косово, Хорватией, Турцией и Исландией. Все, конечно, помнят, какой феноменальной оказалась сборная этой страны на прошедшем Евро. Их называли не иначе, как викингами. Ну, впрочем, наша команда на Евро была не лучше украинской, но, может, чуточку лучше. На европейском первенстве сборная Украины оказалась первой, которой не удалось забить ни единого гола за последние 5 матчей подряд. Украинская команда без набранных баллов замкнула турнирную таблицу группы С и поехала домой.